сейчас он завершит линию стоп, сделает. Все. Сигнал до начала прохождения испытания и после завершения. Это нужно сделать, чтобы судьи четко фиксировали время. Чем быстрее пройдет трассу участник, тем лучше. А еще лучше пройти ее без огрехов, чтобы не получить штрафные баллы. Поэтому некоторые водители буквально вдавливают педаль в пол. Попало на грани. Расстояние до бордюра 55 сантиметров. Это норма или нет? Нет, это многовато. Здесь она набрала 30 штрафных баллов. То ли от волнения, то ли от желания победить, для этого участника время передохнуть. В конкурсе возникла вынужденная пауза. У одной из участниц слетел токоприемник и вырубило подстанцию. Электричества просто нет, поэтому троллейбусы стоят. Но для нас это возможность пообщаться с участниками. Здесь у них буквально зрительный зал. Первой сегодня рулила Татьяна Полторакина. Женщина всего-то 2 года водит троллейбус. Очень, говорит, нравится. А вообще стаж вождения уже 14 лет. И все же без ошибки сегодня не обошлось. У меня гараж, то есть немножко неправильно поставила машину, то есть ей неправильно заехала. За ошибками коллег наблюдает участник под номером 2 Александр Диденко. Он на электрическом транспорте уже 5 лет. Пришел сюда не сразу. В 20-летнем возрасте не взяли из-за отсутствия водительского удостоверения с необходимой категорией. Зато, как оно появилось, сразу сюда. С зарплатой довольны? Ну, 2 года назад было хуже. Сейчас все это стабилизируется и зарплата намного выше, чем ранее была. Нормально, хватает. Если сегодня войдет в тройку лидеров, так получит премию. Но это единоразовый приз, а можно ведь увеличить и заработную плату. Наверное, основное, за что борются, это водители смогут повысить классность. То есть, кто пришел на конкурс с 3-м классом, получит 2-й. Кто пришел со 2-м, получит 1-й. Но это увеличение заработной платы. Дорога и пассажиры в салоне – это не конкурс. Поэтому водителям троллейбусов напоминают, что не скорость важна в рейсе, а безопасность. На троллейбусе со съемки уехали Денис Онос и Максим Баринов. Антенна 7.